Всем добрый день! Здравствуй, Полтава! С вами я, Александр Демидович. Я нахожусь возле нашего известного памятника. 4 дня тому назад, сегодня 8 число, а 4 июня, я выставлял репортаж отсюда. Я вам показывал вот эти надписи, которые до сих пор видны. За 4 дня они не исчезли. Вы хотите сказать, что власть не видела мой репортаж? Ошибаетесь. Видела. Я знаю, что некоторые скажут, так возьми и сам сотри. Нет, я сам стирать не буду. Я такой же налогоплательщик, как и все вы. Куда деваются наши налоги? Как ими расправляется власть на сегодня? Становится, загадкой, скажем прямо. Почему? Мы видим, ничего не происходит. Надписи есть. Это уже столб позора Полтавы на сегодняшний момент получается. А власть в это время занимается дерибаном кресел. Они решают, кто где будет сидеть и что делать. И так уже более 2 лет депутаты, ни один депутат не обеспокоен происходящим. Но вот, к сожалению, имеем то, что имеем. Честно говоря, я возмущен. Ну вот мы видим, в это время здесь происходит экскурсия. А не стыдно ли? Не стыдно ли нашим властям? Люди приехали, фотографируются, а на столбе на надписи была Надюха. Позорище не обобраться.